Падма-мудра. В этом видеоуроке мы изучим Падма-мудру и проведем небольшую практику на раскрытие сердца. Падма-мудра обозначает лотос в переводе с санскрита. Как она выглядит? Нам необходимо сложить ладони в анджалихасту, соединив большой палец, большие пальцы и мизинцы. И необходимо отвести все остальные пальчики от указательного в стороны, раскрыть их. Внутри образуется такая чаша. Указательный пальчик оттягиваем назад. И остальные пальчики все вытягиваем струночками наверх. Получается вот такая хаста-мудра. Располагаем ее перед сердцем. И будем делать глубокое и медленное дыхание. Но начнем с... Если вы уже прочувствовали саму позицию рук. Начнем делать практику. Начнем с такой позиции. Сгибаем наши кисти, соединяем и образуют ладони бутон лотоса. Располагаем перед сердцем, наполняем этот бутон лотоса намерением, делаем медленный глубокий вдох от низа живота к сердцу наверх и с выдохом расслабляемся. Теперь со вдохом наполняем дыханием, наполняем намерением этот бутон. Намерение может быть на отпущение обид, неприятных каких-то ситуаций в прошлом, во взаимодействии с партнерами. И направляем намерение на раскрытие сердца. Наполняем этот бутон любовью, можем закрыть глаза, делаем вдох в область сердца. С выдохом расслабляемся. Делаем еще один глубокий вдох. Представляем, как в бутоне зарождается любовь, благополучие, удача и радость. Еще один медленный глубокий вдох в область сердца. Концентрируемся на ощущениях в руках. С выдохом медленно расслабляемся. Открываем глазки и раскрываем наш цветок лотоса. Большой палец и мизинец соединены. Запястья соединены, область около запястья. Пальчики отводим и также фиксируем на уровне сердца. Делаем глубокий медленный вдох, представляем, как цветок лотоса распускается, как наши чувства распускаются, как сердце раскрывается. Делаем медленный вдох в область сердца и представляем. С выдохом расслабляемся, отпускаем напряжение. Со вторым вдохом попробуйте ощутить свежий аромат распустившегося цветка. Наполненность жизненной энергией. Концентрируйте внимание в области сердца, в области ладони. И третий глубокий медленный вдох. Представляем, как эта энергия любви распространяется, как она движется по всему нашему телу, как аромат лотоса окутывает ваше тело. Соединяем руки в намасте, наполняем себя благодарностью, мягкостью, любовью, поддержкой, открытостью. Вы можете делать эту практику рано утром и вечером перед сном, повторяя эти действия по 3 раза. И почувствуйте результат. Я попробую ее выполнять регулярно. И тоже поделюсь своими ощущениями, своим результатом с вами.